Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Александр Ананьев, победитель конкурса «Мистер РГУ 2015». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А вот расскажите, когда проходил конкурс и вообще как часто, с какой периодичностью он проходит? Ну, вот буквально 8 апреля 2015 года прошел конкурс, ежегодный конкурс «Мистер РГУ 2015», который уже прошел, кстати, в 10-й раз. То есть это вот был, так сказать, юбилейный конкурс, в котором каждый участник от каждого факультета, который победил на предэтапе на своем факультете, проходит, так сказать, финал уже на «Мистер РГУ 2015 года. Ну, во-первых, мое поздравление. Спасибо большое. С таким замечательным событием в вашей жизни. А во-вторых, как все-таки вот так вот вышло, что вообще решила участвовать в этом конкурсе? На самом деле, все вот, начиная со школьной скамьи, я вел активную деятельность. И когда я пошел на свой факультет, как-то в нее очень сильно влился и знакомился с ребятами, да. И видел, как вот были, вот когда был на первом курсе, видел, как первый человек участвовал, Сережа Рассказов, я за него болел, переживал. И то есть смотрел, как это классно, как это здорово, все вот эти вот предэтапы, все вот это вот волнение, переживания, овации. Ну, и решил то, что я должен тоже как-то вот поучаствовать. И вот получилось так, что в этом году выиграл, и очень этому рад. А вот вы говорите, свой факультет. Какой факультет? Мой факультет социологии и управления. Я на третьем учусь в курсе. Специальность у меня государственное муниципальное управление. Как-то так. Как-то так, да. А вот расскажите, пожалуйста, вот в конкурсе, что нужно было делать, участвуя в конкурсе? То есть, наверное, не просто говорить, вот я такой замечательный, сделайте меня мистером РГУ, да? Не, ну, конечно же, нет. Конкурс делится на, можно сказать, два этапа. Первый этап – это проходит предэтапы вне зависимости, ну, то есть на какие-то определенные конкурсы. В этом году организаторами мистера РГУ стал студенческий клуб Рязанского государственного университета и студенческий совет. И предэтап делились на две части. Предэтапы, которым мы проходили и в воздушно-десантном училище, и на базе Рязанского государственного университета, и ездили даже в аквапарк Горки, посещали школу детей. И также был еще интеллектуальный конкурс, который проводился в Time and Play. И все шло в зачет, и каждый из нас как-то себя проявил, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. И, соответственно, второй этап – это сам концерт, где все мистеры продемонстрировали свои творческие таланты, продемонстрировали видео, то есть, которые они заранее готовили. Также нас провели на импровизацию, был конкурс импровизации. И, как положено мистерам, дефиле, который тоже каждый показал свою яркую сторону, можно так сказать. А сложно было победить? Насколько была сильная конкуренция? Ну, конкуренция, она всегда есть, потому что знал, что эти ребята лучше на своем факультете. И конкуренция всегда есть, и было сложно. Но все выложились на максимум, все старались, все молодцы. А вот на конкурс шел с целью прям победить или просто попробовать, посмотреть, а вдруг получится? Нет. Была какая-то уверенность? Вот. Да, у меня была очень огромная группа поддержки. Просто за меня все колышки держали. Я шел с победой, серьезно. И надеялся, что выиграл, и вот надежда оправдалась. И я этому очень рад. А вот какие личные качества твои, как считаешь, помогли тебе в победе? Мне кажется, уверенность. Я уверен в себе, уверен в том, что я выиграл и выиграю. И я этого добился. Ты узнала о себе что-то новое, например, какие-то новые творческие начала, может быть, открылись? Там, опять же, ты говоришь, импровизация была, да? А вот как? Ну, как бы, я уже давно, я уж как уже говорил, тоже занимаюсь активной деятельностью, поэтому для меня что-то симпровизировать было не так уж и просто, точнее, не так уж сложно. Вот. А что импровизировал, кстати? Импровизировали, нам давали сценарий, определенный сценарий, по которому мы должны были выстраивать какие-то определенные движения. Но поскольку я в коллективе занимаюсь танцевальным параллели, и мне эти навыки танцора, человек, который вступает на сцене постоянно, они помогли мне как-то с легкостью продемонстрировать все, что я умею, и жюри это, я так понимаю, оценили. А вот скажите, пожалуйста, Александр, то, что вы теперь у нас мистер РГУ 2015, это какие-то обязанности, обязательства накладывает?
То есть, во-первых, нужно в любом случае, да, подавать примеры. Ну, да. Нет, это само собой разумеется, потому что, ну, это уже как бы звучит, мистер Ургу 2015. И, ну, как-то, не знаю, может, это сейчас прозвучит слащаво, но все будут там смотреть, там, да, вот он мистер, ну, как бы звание звучало, я остаюсь человеком, который там для друзей был другом, да, для мамы сыном, и, вот. Ну, марку надо всегда держать, это очень почетно, это очень приятно, на самом деле, вот, знать, что ты вот смог и победил, и это очень классно. Вот, кстати, участие в конкурсе учебе не мешало? Как ни странно, нет. Получилось так, что я выходил на практику, и ну, как-то все там получалось, все предэтапы, все подготовки, они были вечером. В принципе, я все успевал, вот, хотя там за меня очень переживали на факультете, там спрашивали, как там, ничего, нормально, все хорошо, ты все там успеваешь. Я говорю, да-да-да-да-да. Вот, спасибо большое Павлу Евгеньевичу Крещенскому, вот, нашему декану, который вот тоже звонил, переживал, спрашивал. Вот, ему огромное спасибо, потому что, ну, поддержка была со всех сторон, не только со стороны друзей, но и со стороны факультета и вот РГУ тоже. Вот третий курс, да? Какие вообще планы? Вот уже совсем скоро заканчивать учебу, и вот как думаешь, куда-то в творчество подаваться, какую-то деятельность? Нет, на самом деле я хочу пойти по специальности. У меня, как, поскольку специальность государственного самоуправления, я сейчас являюсь депутатом молодежного парламента при Рязанской областной думе. И это дает определенный опыт, определенные знания, которые, я надеюсь, мне помогут дальше развиваться вот, по карьерной лестнице. Творчество, конечно, это хорошо, это саморазвитие, это самореализация определенная. Вот, но хочется заниматься реально полезным делом для людей. Потому что я надеюсь, что в будущем займу, надеюсь, высокий пост какой-нибудь. И реально хочется помогать людям вот в этой стезе. А вот, Александр, про какие-нибудь увлечения свои расскажите. То есть хобби, да, или там досуг просто? Ой, на самом деле хобби у меня много. И люблю играть на гитаре, я ее преподавал даже сам. Занимаюсь в коллективе «Параллель», уже танцую. Определенное количество времени вот участвовали в «Черном коте», вышли в финал, правда, не выиграли, но все-таки дает себе такую планочку знать. Читаю книги, общаюсь с друзьями, люблю погулять, ну, как все обычные ребята. Вот. Вот через год будет снова конкурс «Мистер РГУ», да, 2016 уже. Вот что бы ты посоветовал тем, кто будет в нем участвовать? Вот чтобы прямо сейчас уже начали настраиваться на победу. Ну, на самом деле, пожелать участникам терпения, уверенности в себе, терпимости, она очень нужна, и веру в победу. Потому что, ну, без нее никак. Ну что ж, Александр, спасибо. Еще раз поздравляю. Вот, и успехов в дальнейшем. А в гостях у меня сегодня был Александр Ананьев, победитель конкурса «Мистер РГУ-2015». Это программа «7 минут». Увидимся.